Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил оперативно решить приоритетные задачи, стоящие перед компанией «Кармет» в недельный срок. В правительстве состоялось заседание рабочей группы, курирующей деятельность «Кармет». На заседании рабочей группы, курирующей деятельность «Кармет», премьер-министр совместно с новым инвестором и руководителями центральных государственных органов отметил положительные результаты оперативных мер, реализованных в декабре. В стабилизацию работы предприятия уже вложено более 28 миллиардов тенге частных инвестиций, обеспечена своевременная выплата заработной платы, налоговые расчеты, задействована платформа ОСМС. Новая бизнес-модель компании направлена на модернизацию и реорганизацию производства, повышение безопасности, опасности и экологических показателей, в том числе переход на газ, а также пересмотр ассортимента продукции. Премьер-министр Смаилов поручил ускорить принятие решений по наиболее важным задачам в течение ближайшей недели.